Это хорошо, что мы и за 5000 километров находим возможность переговорить, друг с другом обсудить проблемы, которые вот на злобу дня, несмотря на то, что действительно та дорожная карта, тот план, который мы прописали с вами, реализуется. В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, за 3 миллиарда долларов, больше 3 миллиардов, наверное, 3,5 уже на сегодняшний день где-то будет. Но у нас есть очень хорошая возможность и опыт, я думаю, для вас тоже это не проблема, расширить наше сотрудничество за счет сотрудничества напрямую региону. Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Беларуси. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами. Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тем курсам, по которым договорились. Ну а сегодня у нас есть возможность обсудить те вопросы, которые нуждаются в каком-то дополнительном импульсе с нашей стороны. Я хочу вас заверить, что мы всегда были людьми исполнительными. Если мы обещаем, мы это делаем, и я вам хочу это гарантировать и на будущее.